чебуреки, свежие хачапури, свежие беляши. Не желаете, молодочек? Свежая ножка, активированный уголь, телефон санэпидемстанции, свежая ножка, активированный уголь. Что такое? Что с вами? Что с вами? Плохо? Да, сейчас, секундочку. Сейчас. Алло, скорая? Тут мужчине плохо с сердцем. Да, записывайте адрес. Первая районная больница, терапевтическое отделение. Он вас будет ждать. Ага, да. Сейчас скорая за вами приедет. Только вы никуда не уходите, да? Ждите здесь. Все, давай. А мне к больным надо. Какие проблемы? Вы знаете, у меня спереди что-то сначала странно так засвистело, потом зашумело, потом застучало, потом перестало. Ну, на всякий случай, проверьте, что там. Ладно, проверим. О! Командир, а ты откуда? С Кутузовского. О! Опять что-то свистнуло, слышали? Здравствуйте. Здравствуйте. Что бы вы хотели? Ой, даже не знаю. Ну, может быть, что-нибудь такое новенькое. Такое. А можно мне такую прическу, как у вас? Да и нет проблем. С вас 550 рублей. За обман и мошенничество, а именно, за изготовление и продажу якобы омолаживающего зелья, приговорить Шихова Дмитрия Юрьевича, 1947 года рождения, к 10 годам лишения свободы. Димочка, я дождусь тебя! Волки позорные! Честному бродягу накрытую крепите. Я за беспредел мазу затянуть не буду. Да что это такое? Да что это такое? 10 лет! Будьте добры, 6732 презерватива. Простите, конечно, это не мое дело, но зачем вам столько? Командировка. Читайте. Город Стародорожск насчитывает 11732 жителя. Из них 5000 мужчин и 6732 женщины. Ну,
Ну вот, как просили. Новозаводская улица, дом 22. С вас 500 рублей. Сейчас. Ага. Хоп! Это что? Ну как что? Мне жена рассказывала, что она уже раза три так бесплатно доехала. Хоп! Ну что, вы определились? Да. Только мне нужна временная татуировка. Вы такие делаете? Делаем. Очень хорошо. А сколько держится временная татуировка? Ну, месяца два, не больше. Отлично, то, что нужно. Тогда набейте, пожалуйста. Лена, я тебя люблю и сердце рядом. Проходи. Леночка, надо напечатать приказ. Я готова, Филипп Петрович. Диктуйте. Пятая клавиша слева во втором ряду. Шестая слева второй ряд. Пятая слева третий ряд. Четвертая слева первый ряд. Четвертая слева второй ряд. И третья справа первый ряд. Приказ. Класс! Приказ, здорово! Ну, как клюет? Не, ничего нету. Угу. А с утра было много. Много, говоришь? Это хорошо. Так, с вас 3900 рублей. Ага. Еще. Нам чуть-чуть не хватает, девушкам. А можно мы что-то уберем? Давайте, что выкладываем? А вот эти аппетитные хлебцы, йогурты и вот ароматные свечки эти. Интересно. А чё ты, собственно, мои продукты-то убираешь? Дай он пиво свое убирай. Чё, обалдел, что ли, сегодня футбол? Да! Ладно. Девушка, презерватив тогда уберите тоже. Футбол так футбол. Сережа. Сережа, это моя мама. Алла Сергеевна. Здравствуйте, Алла Сергеевна. Здравствуйте, Сереженька. Ой, вы знаете, мне Леночка про вас только рассказывала. Ой, ну что ж мы стоим, ребятки. Проходите. Сережа, чувствуйте себя как дома. Ага. Ha 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 ha!
принесите, пожалуйста, бифштекс с кровью. Хорошо. Бифштекс. Кровь. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне бы что-нибудь почитать в дорогу. Почитать в дорогу? Милое дело. Вот, пожалуйста, наши последние поступления. На любой вкус. Фантастика, детективы, фэнтези. Извините за любопытство. Вы на самолете, на поезде? На каком поезде? Мне сегодня вечером с работы домой за рулем ехать. А по какому шоссе? Да не знаю. Ну, наверное, по Каширскому. По Каширскому? Минуточку. Вот. На Каширском всегда пробки. Спасибо. Пожалуйста. Слушай меня внимательно. Значит так, мне нужен очень приличный тюнинг. Свет поменять, бампера самые навороченные поставить. А ну, развал схождения, естественно, все проверить. Амортизаторы, чтоб самые лучшие. Тормозные колодки можешь вообще не ставить, она и так тормозит, как ненормальная. И все это до завтрашнего вечера. Справишься? Федор Викторович, да конечно справлюсь. Ну, вы же меня знаете. И чтоб ни одной царапины, а то я тебя знаю. Да. Поехали. Мужики! Михалыч, неси аэрозоль! Дорогой, ну как тебе? Нормально. И вот так всегда. Стараешься, стараешься и... Пошли. Давайте прочтите мне верхнюю строчку. В 39-м царстве, в 30-м государстве. Правильно. Вторую строчку. Жил-был царь Салтан. Ага, дальше. И было у него 3 сына. А. Двое умных, третий Иван дурак. Дальше. И вот пришла пора сыновьям жениться. Вышел старший сын во двор. Взял лук. Здравствуйте. Есть у вас антипухмели? Да, конечно. Пожалуйста.
невоспитанные люди. Здравствуй, милая. И посмотри. Они думают, мы обижаемся. Дураки. Сыночек, ну вот эта машина как тебе? Смотри, полицейский, тут кран, мигалка, вон. Не, а? Мужчина, вам подсказать что-нибудь? Вы своему мальчику убираете? Кому? Ну, это ваш мальчик. Где? А, нет, что вы. Это не мой мальчик, это просто мальчик. Ирина, знаете, мне нужно подсказать, а где у вас продается самое дорогое мартини? Пройдемте. Пройдемте. Милый, привет. Устал. Ох, устал. Давай. Ну и денек сегодня. 4 сложных операции. Ой, ну ничего, ничего. Проходи на кухню. Проходи. Второй раз разогреваю. Чёрочка моя, чёрочка. Ой, ты думай. Тружусь, тружусь. Я-то тружусь. Да ты, ой, кормилец наш. Ну, что ты говоришь? Так. Нож. Вот. Спирт. Мы теряем его. Мы потеряли его. Добавки. Удовольствие. Честно. Сейчас водки нажрутся, завтра с утра похмеляться приплывут. Как миленькие. Вот тогда будет клев. Так что завтра приходи. Вот любой твой каприз, щелк пальцами и все. Ну что тут у тебя? Что? Ты же понял, какой ты пьешь. Надо щелк пальцами, и сейчас хорошего принесем. Администратор! Ну кто так? Это щелк! Администратор! О, слушаю вас. А можно мне другого официанта? Да, конечно. Секундочку. Пошли. Пошли, давай, давай. Цаца какая! Даже ты счастье свое еще пробухало. Что ты опять? Чего? Чего пальцами? Оставь меня, солдат. Да сейчас. Еще чуть-чуть осталось. А я тебе приказываю. Оставь. Да сейчас еще несколько шажков и будем на месте. Ты что ж это гаду думал-то, а? Вот. Вот.
вам, товарищ командир, все равно. Они мне сказали, если я еще двоих таких вот принесу, они меня отпустят. Да-да. Я говорю, там еще двое таких есть. Я мигом сейчас. Ник Шлиссон. Ну, кулацкая морда. Добрый день. Здравствуйте. Нарушаем? Простите, а вы что, меня не узнаете? Да пока нет. Ну, хорошо. А вот так? Смейся, паяц! Надо разобиться! Да и... Нет. Ну, хорошо, а вот так? Нет? Не узнаю. Сколько лет коту под хвост? Столько сил? А тебя не узнает даже простой инспектор. Ну, хорошо. Йо. Товарищ генерал. Йо. Вот так! Кто-то же